Здравствуйте, дорогие зрители, я рад приветствовать вас на нашем канале. У каждого из вас на телефоне есть очень большое количество контактов, приложений, фотографий, музыки. В этом видеоролике я расскажу вам, что сделать, чтобы не потерять ваши личные данные при потере телефона, или же поломке, или при программном сбое. Присаживайтесь поудобнее, сейчас я вам покажу три способа, как сделать резервную копию личных данных. Первый способ — через настройки в телефоне. Подключить ваш смартфон к Wi-Fi сети. Затем вводите ваш Apple ID, iCloud. Резервная копия в iCloud. Этот переключатель должен быть включен. Нажмите кнопку «Создать резервную копию». Недостатком данного способа является то, что Apple предоставляет бесплатно только 5 гигабайт в облачном хранилище. Если вам понадобятся дополнительные гигабайты в облачном хранилище, вам придется покупать платную подписку. Также вы можете сделать резервную копию личных данных через программу iTunes. Подключите iPhone к компьютеру с помощью USB кабеля. На компьютере запустите программу iTunes. Подождите, программа должна определить ваш смартфон. Появится вот такой значок. Кликните по нему. Во вкладке «Обзор» найдите пункт «Резервной копии». Установите значок на пункте «Этот компьютер». Если поставить галочку «Зашифровать локальную копию», то никто не сможет прочитать данную резервную копию, кроме вас. Задайте пароль. Нажмите кнопку «Создать копию сейчас». На экране iPhone введите код экранной блокировки. Недостатком данного способа является то, что через iTunes нельзя просмотреть содержимое данной резервной копии, ее можно только записать. Еще одним недостатком данного способа является то, что нельзя изменить место хранения данной резервной копии. Так как резервная копия по умолчанию хранится на системном разделе, вы не сможете сделать резервное копирование большого объема. К примеру, если ваш SSD-диск всего 120 гигабайт, а память в iPhone 256 гигабайт, вы не сможете сделать резервную копию. IKEA Phone от разработчика TenorShare – это еще одно решение для создания резервных копий. На компьютере запустите программу IKEA Phone. На главной странице программы вы увидите краткую информацию о вашем устройстве: модель, объем памяти, уровень заряда. Перейдите в раздел «Бэкап и восстановление». Выберите пункт «Создать резервную копию своего устройства». Отметьте те пункты, которые вам нужны. Вы можете изменить место хранения резервной копии, нажав на кнопку «Изменить». Нажмите кнопку «Резервное копирование». Введите пароль для шифрования резервной копии. Нажмите «Ок». На экране iPhone введите код экранной блокировки. Процесс создания резервной копии занимает от нескольких минут до нескольких часов. Все зависит от объема ваших личных данных. Преимущество этой программы в том, что она умеет не только создавать и записывать резервные копии, но и просматривать содержимое данной копии без записи в другой телефон. Например, вы уронили телефон, экран разбился, но вам срочно нужно посмотреть номер своего коллеги. Вы можете открыть с помощью этой программы резервную копию и найти необходимую для вас информацию: номер, заметку, фотографию или SMS. Второе преимущество этой программы над iTunes — это то, что можно изменить место хранения резервной копии. Это все, что я хотел вам рассказать в данном ролике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это мотивирует нас создавать новые интересные ролики для вас. До встречи в новых видео.